все изрыто, конечно. Ну вот, стало прохладнее. 40-градусные дни, плюс 40 в прошлом. Приехал на Первомайско-Зверевское, месторождение. Ну, вот такие вот примазки крокоита. Ну, мелочевка вся такая. В общем, неинтересная. О, видите? Ну-ка. Чудо, ничего, даже черники не пробовал. Неплохо. Жара спала, появились комары, зато мух меньше стало. Хорошо, жары нет. Так вот. Немножко отдохнуть вот. Вот. Покрупнее уже. Примазка. Вот. Вот зелененьким. Это фуксит, наверное. Вымыть, может быть, и интересный образец получится. Опа. Опа-опа. Ну вот. Ну вот, что-то интересное появилось. Наконец-то. Вот, крокоид. На черненьком. Скорее всего, на окалините. Окаленит. Так вот лучше видно. Ну вот уже интересно. Потом вымою. Фотки выложу. А то сейчас камень грязный. Были когда-то, мне попадали в другом месте, правда, образцы такие, знаете, пористые. И блестят, как халцедончики. А внутри, крокоидики сидят. Хороший образец был. Несколько таких, покрупнее, помельче. Но сразу ушел. Сразу.
Ну вот бывает и так, замазал хороший образец. Не видел кайлом, как дал, видите, след от кайла. А тут если отмыть, то вот крокоидики неплохие. Размазал, видите, крокоидики в оранжевый цвет. Вот здесь вот сидит крокоидики. Вот на этой стороне тоже в акелините и фуксид. Неплохой образец был. Ладно, все равно мыть возьму его. Образец должно быть, а не видно. Вот. Порода такая вот пористая. В них обычно сидят крокоидики. Вот тут вот видно. Такой булдыган. Тащить с собой неохота. Ладно. Посмотрим. Конечно, вот крокоидики, но образец не эффектный, какой-то простой. Ну, тоже один на сером фоне как-то не очень смотрится. Не клёво. Загремело. О! Вот это мне больше нравится. Небольшой образец такой. Видите, хоть черненькая, на черненьком. Симпатюля. Здесь что-то окварцовано, что ли. Ой. Вот такие бывают. Тоже сидят маленькие. Вот кварчик. Видите, прожилок такой вот идет. Сантиметра два. Я уже говорил, вот в таких прожилках, в свитах таких прожилков и брали золото на этом месторождении.
закаркало. Первомайская, Зверевская. Опа. Хорошо. Природу снимать не буду. Где-то есть в каком-то у меня там. Да и не один раз с этого начинал. Ну вот, отобедал. Пойдем за крокоитом. Ну вот одна из ям. Симпатичный фуксидик тут. О, как урос. Корень дерева. Вот, пожалуйста, мелкий крокоид. Вставим кому-нибудь. Да. Так, ну ладно, погуляем по лесу. Ну вот два шматочка крокоита, вот и вон. Ставим.
Ну, завалили яму. Кто-то спустился и давай в стенки рубить. Да. Все уж мхом поросло. Ну, конечно, несколько сот лет назад. Красота. Сыпуха. Нет, ребята, все не так. Все не так, как надо. Ну вот есть, но видите, мелочь. Мелочь, мелочь. На кристалл это не похоже. Ну вот мелкие, мелкие. Ну вот мне больше нравятся такие, вот видите. Вон, которая. Как в животках, как в кавернах расположены. Такие интересные. Пусть даже кристаллы маленькие. Вот тоже, видите, ну, окаленить вон. Это вот кварчик. Даже рука дрожит уже. Столько намахал сегодня. Кварчик. Кварец, кварец, кварец. Ну вот неплохой образец. Не знаю, отпадет все или нет ли. Большой, правда. Посмотрим. Пора домой. Thank you.